спасибо тебе за мое спасение. Эта ведьма собиралась меня убить, я точно знаю. Мы работали в шахтах, когда она нашла нас. Она была сильно ранена. Мы пожалели ее и выходили. Она отплатила нам за добро, напав на нас посреди ночи. Тех из нас, кто не погиб, она сделала своими пленниками. Ужасные вещи, эксперименты и нечто худшее. Я последняя. Все остальные уже мертвы. Если найдешь ее, смотри, не дай ей умереть быстро. Ну, прежде всего я хочу как можно быстрее покинуть это место. А потом первым же кораблем уеду на материк. Удачи тебе. О, что это? Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Достаточно. Нелад глупец, если он решил, что жалкое ничтожество вроде тебя может меня прикончить. Ух ты! Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Там.
ходишь и дышишь. Надеюсь, это предвещает недоброе для Илдари. Так, так. Из тебя вышел куда более ценный союзник, чем я предполагал. У меня есть для тебя посох. Но еще я хотел бы сделать тебя членом моей семьи. Членом дома Телвани. Не надо меня благодарить. Я понимаю, благодарность переполняет тебя. Не смеши меня. Конечно, могу. Вопрос в том, надо ли. Но думаю, если мы собираемся делать все как следует, придется. Есть что-то хорошее? Я ничего не делал. Да. Если ты считаешь, что это поможет.
не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Да, приходится, если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с Йорлундом Серой Гривой. К слову, я только что закончила свое лучшее изделие. Я выковала меч для Ярла, Балгруфа-старшего. Это сюрприз. Даже не знаю, примет ли он его, но... Слушай, тебе не трудно отнести этот меч моему отцу, Провенту Савиничи? Он управитель при Ярле. Он найдет момент, чтобы преподнести подарок. Спасибо. Только лучшее оружие и броня. Если что понадобится, загляни. Не доводилось встречаться с моим отцом. Он работает управителем в драконьем... Приветствую тебя. У нас и мелкое оружие есть, если надо. Палицы там, кинжалы всякие. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. С тобой приятно иметь дело. А? Нетрудно догадаться, что у Ярла много дел. Возможно, я смогу тебе помочь. От Адрианы? А, это должно быть оружие для Ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьми эти деньги в награду за услугу. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Обратись к капитану Гьяланду, если хочешь на...
Кто там? Кто там? Хорошо. Но мне же не послышалось. Кто там? Хорошо, что я...
Что там? Хорошо, что я доверяю своему слову. Я доверяю своему слову. Там. Хорошо, что я доверяю. А ты еще откуда? Thank you.
А ты еще откуда? Нет, Тавакин, не сейчас. Это душа моя. Я еще на шаг ближе к возвращению. Хорошо, что все перестали бегать по ночам к этому проклятому камню. Пожалуй, следовало бы поблагодарить тебя за это. Великолепно. Я просто сделаю себе копию. Слишком опасно таскать с собой настоящую книгу. Разумеется, я уверен, что ты справишься. Конечно, справишься. Ну, конечно. А теперь возьми это за труды. И будем считать вопрос закрытым. Не смеш... Вопрос в том, надо ли. Но думаю, если мы собираемся делать все как следует, придется. Новый хозяин. Сколько лет, сколько зим. Я живу, чтобы служить. У слуги всегда куча работы.
Спасибо. Я не был уверен, что выберусь с этой фермы живым. Хотелось бы сказать тоже про моих ребят. Некоторые редоранские стражники называют их порождениями пепла. А что я? Мне плевать, как их там называют. Главное, что они угрожают Вороньей скале, и их нужно уничтожить. Я решил поискать какие-нибудь подсказки, чтобы выяснить, откуда они берутся. Знаю, это не лучшее место для начала поисков, но мы видели, что они приходят с этого направления. Очень хорошо, потому что помощь мне просто необходима. К тому же, мне не хочется надолго оставлять Воронью скалу, и я не могу больше терять редоранских стражников. Мы обыскивали ферму, когда на нас напали порождения пепла. Посмотри, не найдешь ли ты здесь чего-нибудь полезного. Сообщи мне, если обнаружишь что-нибудь необычное. Ну как, удалось что-то найти? Это странно. В записке говорится, что она от генерала Фалкса Кария. Но этого не может быть. Ну, Карий командовал имперским гарнизоном в форте Морозного Мотылька. Но он умер больше 200 лет назад, когда Красная Гора сравняла форт с землей. Он никак не может быть жив. Если генерал Карий еще жив, значит, что-то поддерживает в нем жизнь. Пожалуйста, сходи в форт Морозного Мотылька и выясни, что там и как. А я вернусь в Воронью скалу и подготовлю своих ребят к новым нападениям. Смотри, осторожнее. Этот генерал Карий, похоже, выжил из ума. А ты еще откуда?
зайдем в дом или в пещеру. Куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Ребята, захват... А ты еще откуда? Форт Морозного Мотылька не падет никогда! Да здравствует Империя! Thank you.
Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Нравится мне это. Кто там? Thank you.
Какие новости из форта Морозного Мотылька? Я подозревал, что он нежить. А как еще человек может прожить больше 200 лет? Какой ужас. Столько легенд ходит о подвигах генерала Кария. Говорят даже, что Воронью скалу он основал. Советник Марвейн велел отдать это тебе, если вернешься. А тебе еще удалось избавиться от генерала Кария? Это лучше солдатского заработка. Так что скажи спасибо. Спасибо тебе за помощь. Теперь у моих ребят совсем другое настроение. Ну и что мне теперь делать? Кто сказал? Гелди, что ли? Я сказал этому идиоту, чтоб не слал ко мне всяких... Можно тебе все рассказать, наверное. Вид у тебя достаточно честный. Меня зовут Ралис. Ралис Сидарис. Из Морнхолда. Меня на материке ждет один денежный мешок. Направил меня сюда, чтобы я добыл кое-какие редкие вещицы. Реликвии Азидала. Но позволь отметить, все это дело мгновенно обернулось сплошной катастрофой. Даже старше, чем я. Ну, когда приходишь на северные пепельные земли, не ждешь, что будет легко. Но тут случилось нечто, к чему я был совершенно не готов. Когда я только прибыл на место, где должен был быть Колбьерн, то даже его не увидел. Занесло пеплом, как и все тут, на этом острове. Чтобы добраться до кургана, пришлось выкопать яму в свой рост. И неизвестно, сколько придется работать, чтобы показался вход. Да и вообще, я не спец по земляным работам. Даже если бы так, пепельные бури все равно засыпают быстрее, чем откапываешь. Думаешь, у меня есть такая уйма денег? Мне заплатят только по доставке. Я не могу лишнюю 1000 септимов выложить. Чтобы заработать деньги, нужно вкладывать деньги. На другом конце их уйма, но мне не на что до них добраться. Что? Ты это серьезно? Я думаю, так все получится. Подробности нашего соглашения мы утрясем позже. Пока что договоримся, что я занимаюсь раскопками, а на тебе финансы. Золото у тебя? Этого хватает. Ну что же, похоже, мне пора заняться делом. Я вернусь в Воронью скалу и найму несколько землекопов. Когда будет на что посмотреть, я пошлю тебе весточку. С тобой приятно иметь дело. Скоро увидимся. Меня всегда учили избегать таких развалин. Теперь я понимаю, почему. Слушай, это дело очень небыстрое. Раскопки требуют времени. Приходи попозже. Может, будет что-нибудь интересное. Там.
Смотрите, мой новый хозяин. Я надеялся, что именно это ты и скажешь. Теперь я тебя покину.